Сегодня мы переночевали вот в этой гостинице Days Inn и отправляемся в новый парк. Зион называется. Так вот нас окружают горы со всех сторон. Ну что ж, в путь. Наш путь продолжается, и мы опять из зимы попали в осень. Максим Максимович. Ну вот мы въехали в наш по счету 9-й парк Зион. Сказали, что многие ответвления и точки закрыты. Осень. Ну и тут осень. Листья желтые. Что там, речка? Речка шумит. Далеко долго течет река Вёрджин. Не в рифму, но точно. Да, большая часть парка закрыта. Хотели поехать в одну сторону, там закрыто. Поедем то, что открыто, смотреть. Сделали остановочку. Вот эта вот гора напоминает шахматную доску. О чем свидетельствует указатель. У нас небольшая пешеходная экскурсия в парке Зион, туда, куда можно пройти. Надо сказать, что гораздо теплее стало. Здесь всего чуть больше 200 километров от Лас-Вегаса, поэтому скоро будет лето. А завтра вообще ждет долина смерти. Сколько там будет температура, одному Богу известно. Максим Максимович в походе получил производственную травму. Укололся иголкой. Ну ничего, мы его вылечим. И тебя вылечим. И меня вылечим. У кого есть желание, могут заняться скалолазанием. Но туда, конечно, не каждый полезет. Немножко поснимаю, пока мы едем. Максим съедет. Не пускают в парк.